любом деле важно воспитание и культура. У нас Россия — это страна с богатейшей культурой, и, в общем-то, я уверена тоже, что наши граждане, они будут проявлять сознательность, понимая, что это экологическая культура, часть общей культуры. И если в других странах уже эти системы действия больше, чем уверены, что мы должны. У нас еще есть такой допуск, да, страна большая, что она все выдержит. На самом деле, это обман и иллюзия. Страна не такая большая, и мы уже понимают, очень многие понимают, что ее надо беречь. И поэтому я не вижу здесь никаких оснований для того, чтобы не верить в этот проект. Получится, если мы будем воспитывать, причем воспитывать надо даже не начиная со студентов, начиная с детских садов, ребят. И тогда нам все удастся. И мы пропагандируем, наши студенты, преподаватели, мы работаем со школами, работаем с детскими садами, чтобы действительно воспитание начиналось экологически с детских садов. Все получится у нас.